Сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи. Дефицит того, что всегда, во все времена, исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Президент России Владимир Путин. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это телевизионная программа «Скрепы» и я, ее ведущий Роман Балашов. Программа, в которой мы обсуждаем наиболее сложные и глубокие проблемы современного российского общества через призму вечных вопросов. Пытаемся разобраться и понять глубинные мотивы и причины происходящего. Какой из грехов наиболее страшен, наиболее разрушителен для человека? Все грехи одинаково чужды божественной составляющей человеческой природы. Но есть один грех, лежащий в основе всех остальных. Имя этому греху – зависть. Именно о борьбе с этим грехом мы говорим во вторую неделю Великого Поста. Вопрос о природе этого греха тысячелетиями волновал умы и сердца писателей, философов, богословов. Достаточно набрать в интернете слово «зависть», и тут же посыплются десятки и сотни цитат самых выдающихся мыслителей прошлого. «Зависть – яд сердца», – Вольтер. «Ничто, кроме смерти, не может примирить зависть добродетелью». Это уже Фрэнсис Бэкон. «Зависть терзает и сама терзается». А это уже Овидий. Но мне запала в душу одна фраза, которую сказал про зависть французский философ Клод Гельвеций. «Из всех страстей зависть самая отвратительная. Под знаменем зависти шествует ненависть, предательство, интриги». Зависть – это чувство, которое хотя бы однажды испытывал каждый из нас. Зависть к чужому успеху, чужим деньгам, чужому уму или чужой внешности. Мы свыклись с повседневностью и обыденностью этого греха и зачастую даже не придаем ему особенного значения. Именно зависть есть первоначальное семя всякого зла. Святитель Василий Великий писал в своей знаменитой «Беседе о зависти». Другой страсти, более пагубной, чем зависть, и не зарождается в душах человеческих. Как ржавчина изъедает железо, так зависть душу, в которой живет она. Борьба с этим недугом крайне тяжела именно из-за его обыденности. Когда мы, завидуя ближнему, зачастую даже не понимаем, что открываем ворота бесчисленному количеству новых, более страшных грехов. 20 век дал этому греху новое наполнение. Создал условия для превращения зависти из греха личного, индивидуального в доктрину развития целых государств и социумов. Об этом замечательно написал великий русский философ Иван Ильин в своей работе «Зависть как источник бедствий». Еще будучи студентом философского факультета Московского государственного университета, меня поразила глубина прозрения нашего соотечественника, который не только вывел природу зависти, но и показал прямую зависимость между завистью и безбожием. Он также ярко и четко обрисовал целый социальный слой, для которых зависть стала главной идеологией бытия. Этот слой Ильин охарактеризовал одним очень емким словом – полуинтеллигенция. Как же отличить этого полуинтеллигента? По словам Ильина, он, полуинтеллигент, не имеет своих мыслей, но застращивает себя и других чужими штампованными формулами. А когда он пытается высказать что-нибудь самостоятельное, то сразу обнаруживает свое убожество. Не правда ли, нарисованный нами образ очень напоминает небезызвестного Шарикова из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Помните знаменитый диалог Шарикова и профессора Преображенского? «Да не согласен я. С кем? С Энгельсом или с Каутским? Да с обоими. А то пишут, пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить». В отличие от карикатурного Шарикова, большинство из нынешних полуинтеллигентов научились очень хорошо прятать свои истинные поступки и мотивы под толщей красивых словес и фраз. Но есть у них одна единственная ахиллесова пята, которая сразу их выдает – это ненависть к Богу. У нас на Соловках я регулярно сталкиваюсь с несколькими очень яркими представителями этого племени. Я им даже определение дал – гиды-гастарбайтеры. Агрессивные полузнайки, критикующие все и вся, и главное – дико, до каких-то животных судорог, ненавидящие нашу веру и нашу церковь.
В чем же их опасность? И почему Иван Ильин, говоря о них и о зависти, вывел их в одну из самых главных разрушительных сил, угрожающих нашей стране? И здесь позволю себе обратиться к нашему великому классику Федору Михайловичу Достоевскому, который в своем пророческом романе «Бесы» написал: «Они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, как бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться. Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся». Как точно сказано, зависть и ненависть к России – вот та платформа, на которой стоят бок о бок современные украинские, польские, американские и наши доморощенные полуинтеллигенты. Почитайте высказывания всех Шариковых, которых вынес на политический олимп последний украинский Майдан. Сравните их с речами наших доморощенных либералов и задайте им только один вопрос: а вы ада не боитесь? И увидите в их глазах страх и дикую ненависть, природа которой была определена еще в Ветхом Завете, во второй главе книги «Притч Соломоновых». Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его. Все мы греховны и несовершенны, и это несовершенство становится все более и более губительным по мере развития нашей цивилизации, изгнания оттуда Бога, становления греха в качестве основы государственной и общественной идеологии. А начинается все с малого. С мелкой пакостной мысли о незаслуженных успехах ближнего, конфликта с более удачливым другом или коллегой по работе. И вот уже этот темный и мутный поток заполоняет душу, и на его гребне врываются к нам все остальные грехи. Есть ли выход и какой путь мы можем избрать для спасения себя и своих ближних? Ответ на этот вопрос дает нам Святое Евангелие. Оно же показывает нам самый простой и единственно возможный путь к спасению. Если живем мы с Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в Дух, от Духа пожнет жизнь вечную. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. И пусть эти слова апостола Павла навсегда осветят жизненный путь каждого из вас. Храни вас Бог и всего вам самого наилучшего.